Едет к воротам Сиадрис, неудобно, руки бросает, сам же шайбу подобрал, по Бобровски проезжает за воротами, и гол! Владимир Ткачев приносит победу Локомотиву. Ну нет, я думаю, здесь гол-то будет засчитан. Шайба была не прижата у Хари Сиатри. Вот в этой ситуации, на самом деле, Марченко здорово сделал так, что шайба у него не сошла с крюка, и он ее доставил прямо к штанге. То есть она рядом с коньком Сиатри лежала. Марченко ее тут чуть дальше продвинул, а дальше уже Коржков своей длинной клюшкой просто направил ее в пустые ворота. Ну, если это действительно так, то Алексей Марченко набирает свое 13-е очко в этом сезоне. Thank you.